В Дагестане завершен капремонт 7-километрового отрезка федеральной автодороги «Кавказ». Ремонт производили на участке Новый Черкей-Учкент. Специалисты выполнили комплексное обустройство. Верхний слой дорожного полотна уложили из износостойкого асфальтобетона, переустановили инженерные коммуникации и 10 водопропускных труб. На подъеме протяженностью 3 километра дорожники предотвратили возможные заторы движения путем устройства дополнительной полосы. Для обеспечения безопасности жителей установлены светофоры, устроены переходно-скоростные полосы, а также построены 4 остановочных комплекса. Работы выполнялись с соблюдением всех экологических норм. Вдоль дороги высажено более 1000 саженцев.